тьме и ночной при свете дня, чумной доктор, призываю тебя я! Или же превратился в зомби! Ну что, мой старый друг, время пришло! Наконец-то я сниму с тебя ту безвкусную маску! Чё твори, про меня зовут царь Геонис, и просто срал уже! Переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду! Ведь перед ремей Суприм-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, вроде бы же не нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду! Самую сильную банду на Ютубе! И также сегодня со мной видео снимает Настя! И Суприм-банда, я думаю, вы видели прошлое видео, где Чеф-убийца нам принес маску одержимости. Не знаю, зачем он это сделал, банда, но тем не менее, это было реально опасно. Мы сами увидели настоящего SCP-035. И банда в прошлом видео маска одержимости сказала, что у меня поветрие. То есть, банда, я просто в это не верю. У меня настоящее поветрие, которое чумный доктор не может вылечить, потому что он убивает всех тех, у кого поветрие. Это реально жестко, банда. Тем не менее, мы должны признать чумного доктора, чтобы он вылечил это. Потому что это становится реально большим, сами видите. По сравнению с прошлым видео, стало просто огромным. Именно поэтому, банда, я сегодня должен призвать чумного доктора SCP-049 и попросить его, чтобы он как-то вылечил. Еще Чеф-убийца сказал мне в прошлый раз, что чумному доктору это уже сказать, что я сын Джефа, иначе чумной меня просто убьет. А так он вроде бы должен относиться ко мне более-менее нормально. Именно поэтому, банда, я очень надеюсь, что это сработает. Я скажу чумному, что я сын Джефа-убийцы. Возможно, тогда будет все нормально. А еще, банда, я очень надеюсь, что у чумного доктора я узнаю все. Почему же Чеф-убийца мой настоящий отец? И кто был тогда в том видеозвонке, когда я звоню погибшему отцу. Сегодня же, банда, я надеюсь, что мы узнаем все эти тайны. И Суприм банда, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда я призыву SCP-682. Неувязимая рептилия. Это будет реально нечто, банда. Просто представьте, каких она огромных размеров. И прежде времени мы же в 30 ночи открываем портал в SCP-фонд, чтобы сюда пришел чумной доктор. Я надеюсь, банда, что все пройдет более-менее нормально. Погнали! Окей, банда, вам не послышалось. Мы реально сегодня попробуем призвать чумного доктора. SCP-049, это будет реально жестко. Тем не менее, банда, на часах уже 3 часа ночи, самое мистическое время. То время, когда выходит вся самая большая нечисть. Именно в это время, банда, мы откроем портал для SCP. Ранее мы уже делали этот портал. Думаю, вы помните, как мы открывали портал через зеркало. Мы выставляли дорожку из свеч, после чего призывали SCP этим заклинанием, и они просто приходили. Сегодня же, банда, мы то же самое сделали, но только с чумным доктором. Думаю, вы помните, банда, что из свечи нужно выложить дорожку, после чего поджечь эти свечи, произнести заклинание. Окей, Суприм банда, это просто жесть, посмотрите на это! Ранее мы уже делали такое, это было реально жестко! Мы призывали SCP-173 скульптура! Тем временем, банда, сегодня же мы призываем SCP-чумной доктор! Это будет реально нечто, банда, думаю, вы готовы? Пришло время произнести заклинание! О, чёрт, бандиты, просто гляньте, как же это выглядит в темноте! Как же это стрёмно, чёрт! Окей, бандиты, пришло время делать заклинание! Во тьме ночной при свете дня, чумной доктор, призываю тебя я! Во тьме ночной при свете дня, чумной доктор, призываю тебя я! Во тьме и ночной при свете дня, чумной доктор, призываю тебя я! Эй, что случилось, Настя? Кирилл, включай на каменный свет, Настя, это просто жесть! О, господи, Настя, ты это видишь? Да, вижу! Это просто жесть, это что, чумной доктор? О, господи, Суприм банда, он реально живой, вы просто в это посмотрите! Эй, чумной доктор, если Джефа убийца, мне нужна твоя помощь! О, черт, эй, куда он уходит, Настя, ты видишь это? Да, куда он ушел? Эй, чумной, стой! О, черт, Суприм банда, что происходит, куда делся чумной? Черт! Это просто жесть, Суприм банда, неужели чумной доктор просто застрял в зеркале? То есть он застрял между мирами, только вдумайтесь в это! Портал практически не сработал, это просто жесть! Окей, он ушел где-то сюда, получается он здесь! Он в зеркале в ванной, Настя, скорее идем! Это просто жесть, Суприм банда, мне в это не верится, Настя, скорее! О, господи, его здесь все еще не видно, ты видишь это? Окей, бандит, это реально жестко, мне все еще не верится, мы реально практически призвали чумного доктора! Дело в том, что он просто где-то завис в портале! О, господи, Суприм банда, посмотрите на это! Это же чумной доктор, господи, он реально живой! Это просто жесть, эй, чумной доктор! Почему ты там? Выходи оттуда! Ты видишь это, Настя? Да, я вижу! О, господи, Суприм банда, эй, чумной! Эй, куда он идет, Настя, куда он уходит? Может, он не может выйти? Не знаю, почему он там, эй, чумной, выходи сюда! Это просто жесть, банда, он реально застрял! Эй, Настя, посмотри, двери закрываются! О, господи, нет, что происходит, эй! О, черт, нас тут просто закрыли, это что, чумной доктор? Эй, чумной доктор, открой! Это просто жесть, Суприм банда, что вообще происходит? Чумной доктор, я сын Джефа убийца, открой нам! О, господи, банда, я не понимаю, что происходит, чумной доктор просто закрыл нас тут! Чумной доктор, я знаю, ты там, пожалуйста, открой мне! Эй, чумной! О, господи, Суприм банда, что вообще происходит, мне в это не верится! Чумной реально нас там, банда, или что? О, господи, банда, ты чумной доктор, черт! Нет, пожалуйста, помоги мне! Я сын Джефа убийца, пожалуйста, мне нужна твоя помощь! О, нет, человек, у тебя побег, я должен ее вылечить!
О чем ты? Я не знаю, что это такое. Мне это вколол фонд SCP. Пожалуйста, мне нужна твоя помощь. Шеф сказал, что я могу к тебе обратиться, если что-то пройдет не так. Пожалуйста, помоги мне. Я вижу, что у тебя болеет левый. А, нет, оставит меня. А, что происходит? Я вижу, что у тебя болеет левый. Нет, это специфично, но они тебе помогут. Павел, человек, просто сдайся. Господи, нет, пожалуйста, помоги мне. Шеф сказал, что ты мне поможешь. О, черт, это просто жесть, банда. Нет, пожалуйста, оставит меня, Настя, прячься за мной. Я должен вылечить твою болезнь. Нет, иначе ты просто погибнешь. О, господи, вы слышали, там кто-то шел? Мне кажется, это был чумной доктор. Вы видели, он что-то вколол прямо в ту рану Сережа. Я не знаю, но я слышала, что когда чумной доктор лезет по ветре, этот человек превращается в зомби. Что если Сережа превратится в зомби? Что тогда делать? Мне очень страшно, Супрембанда. Сереж? Сереж? О, господи, посмотрите, что он делает. Это же кровь. Эй, Сереж, перестань. О, посмотрите, какой он бледный. Я надеюсь, он не зомби. Господи, что с ним? Нет, чумной доктор, не трогайте меня, пожалуйста. Нет, пожалуйста, не трогайте меня. Что же делать? Сережа превратился в зомби. Я в ловушке. Сереж, прости. О, господи, нужно быстрее бежать. Я надеюсь, он меня не догонит. Быстрее, быстрее, в эту комнату. О, господи, это ужасно. Сережа превратился в зомби, а чумной доктор его не увидел по ветрию. Я не знаю, что теперь делать. А что, если Сережа никогда не выздоровеет? Что мне тогда делать? Что это? О, господи, это маска! Что она здесь делает? О, господи, смотрите, это черное! Я вспомнила, Сережа мне рассказывал, ведь маска лучший друг чумного доктора. Но как она оказалась здесь, если Сережа выбросил ее в окно? Теперь понятно, почему Джефф-убийца принес маску. Это все для того, чтобы мы могли общаться с чумным доктором. Окей, маска, я надену тебя, но с условием, что ты будешь все снимать. Надеюсь, я не делаю огромную ошибку. Желание, а ты выполнишь мое. Ну, здравствуй, мой старый друг. Кого я вижу, мой лучший друг, какими судьбами? Не переводи тему, почему я помог мальчишке? Он болен по ветре, я помог чем мог. Что за помощь ты сделал с него зомби? Не забывай, он такой же, как и мы. Это ничего не значит, он болен по ветре, я помог чем мог. Ты уже не такой, как раньше. Не забывай, его отец Джефф-убийца, и он помог нас вытащить. Не говори бред, не, а может ты болен по ветре, я должен тебя вылечить. Что ты несешь, я твой лучший единственный друг. Ну же, дружище, давай как старые добрые, надень меня. И за что я должен вылечить по ветрию? Поймите, мне идет эта дурацкая маска, я ведь буду получше. Ну что, друг, не сопротивляйся, мы все хотим увидеть твое настоящее лицо. Даже не думай, я должен спасти всех от поветрии. Человек, мое желание, когда я сниму свою маску, надень меня на него. Ну что, мой старый друг, время пришло. Наконец-то я сниму с тебя эту бесплосную маску. Ух, ты знатно изменился с последнего времени. Человек, сейчас! Почему я сын демона? Как это вообще произошло? Расскажите мне, пожалуйста! Это случилось давно, аж 30 лет назад. Одна девочка призвала ужасного демона Джеффа-убийцу. Он должен был убить ее, но все пошло не так, как надо. Когда он ее увидел, он понял, что не может убить ее. Он ждал долго, пока она вырастет, и момент настал. На ее 18-летие он пришел в 3 часа ночи, чтобы поздравить ее. Только так, чтобы она даже его не заметила. И она его заметила. Он пытался объяснить ей все. В общем, так и получился ты. Но почему именно Джефф-убийца? Почему не кто-то другой? Ну представь, чтобы твоим отцом был я. Тебе было бы легче. Нет, ну смотри, Джефф, спасибо.
Доктор, маска, что мне делать с фондом? Они меня ищут! Мы сами ничего не можем с этим поделать, фонд силен. После этого всего мы просто убежим. Я надеюсь, что все пройдет гладко. Тем не менее, человек, еще раз меня выбросишь в окно, таса побрываю. Да, прости, я был напуган. Все это не важно, ты слышала про рост и проклятом дитё. Да, агент фонда что-то говорил об этом. По их легенде, ты уничтожишь весь мир и будет занавес. Но как я могу уничтожить мир, если я обычный человек? Лучше сдайся фонду, мы все не хотим этого. Вот лекарство, вкалываю прямо в рану. Но только в 3 часа ночи, а нам пора. Стойте, мне нужна помощь! Забудь о нас, фонд уже идет к тебе, прячься! Пошли! В смысле, куда вы? Погодите, эй! Эй, ну погодите! Окей, Настя, скорее, очнись, Настя, эй, ты как? О, с вами все хорошо, очнись, скорее! Это просто жесть, панда, нереально, уж не посмотрите! Их здесь нету! Это жесть, панда, то, что мне рассказал чумной доктор, просто ужасно! То есть, мой отец реально чеф-убийца, только вдуматься в это, панда! Тем не менее, бро, фонд из себя все еще меня ищет, хоть его слабо всем этом. Мне нужно как-то бороться с фондом, благо хотя бы эту инфекцию я могу убрать. К счастью, чумной все-таки сделал мне вакцину, я все-таки смогу вылечиться. И вы это сами видели, но меня чуть не убил, это просто жесть. Я был реально зомби. Теперь меня, бро, давайте на это видео наберем 10 часов. И тогда я призываю неуязвимую рептилию. Это будет реально интересно. Ты, бро, я уже хочу поскорее все это закончить с фондом BCP. Напиши в комментариях, что ты думаешь об этом. Что мне нужно сделать, чтобы фонд меня просто отстал. Я реально не знаю, бандиты. Ты, бро, вот комменты за прошлое видео. Господи, какие они шикарные, просто идеальные комментарии. Ты просто знаешь, что если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь мне нужно опуститься ниже. Нажать звонок, колокольчик, и все, бро, ты же мой новое видео. Лайк, колокольчик, коммент, новое видео, бандит. А тем временем, бро, помни об нас, оставайся такими шикарными, пока!